12 августа 2018 года, и это нулевой километр автодорог России. Куда мы направляемся? Это секрет. Это большой секрет, но всем понятный. Во Владивосток. Попасть туда можно по-разному. Можно на поезде, можно на самолете, можно даже телепортироваться. Вот так. Где мы? Железнодорожный вокзал города Владивосток. Километровый столб окончания Транссибирской магистрали. Но на самом деле в 2018 году наша телепортация из Москвы в Владивосток заняла 20 дней. Мы проехали на машине через всю Россию по Транссибирской магистрали, и подробный 7-серийный отчет уже давно размещен на нашем канале. Всем рекомендуем подписаться и обязательно посмотреть этот фантастический челлендж. Приехали во Владивосток! Транссиб пройден! 24 региона России. 8 часовых поясов. 20 дней в пути. И ровно 10 тысяч километров. Поздравляю! Да, на нашем боевом друге Kia Ceed мы преодолели 10 тысяч километров. И теперь перед нами стоял тяжелый выбор. Что делать дальше? Изначально нам казалось, что у нас всего два варианта. Отправить машину обратно в Москву на поезде или продать ее во Владивостоке. Отправлять обратно в машину в Москву было очень дорого, ну а продавать в Приморье очень дешево. И тут мы придумали гениальный ход. Настолько проникнуть с путешествием по России, действительно там, ну, совершенно другой мир. Мы привыкли путешествовать по загранице, да, но проехать по своей стране, мы поняли, это тоже кайф, реальный кайф. Поэтому мы все-таки приняли решение итоговое. Через год, следующим летом, мы возвращаемся и оставляем Ceed здесь, чтобы дальше вас также радовать новыми приключениями по нашей стране. Друзья, мы сдержали свое слово и ровно через год вернулись во Владивосток, но теперь уже классическим способом – на самолете. Окрыленные успехом первого автопробега, который прошел без сучка и задоринки, мы летели навстречу с нашим другом Kia Ceed, до конца не представляя, какие испытания нас ждут впереди и как мы его в итоге ушатаем. Ведь в этот раз мы решили уже основательно исследовать Дальний Восток. Добро пожаловать в одно из самых интересных мест на Земле. В новом автопробеге мы будем искать приключения вместе с нашими друзьями-путешественниками, которые будут меняться по ходу маршрута. Итак, встречайте, Мария, красавица-спортсменка и по совместительству художница, которая сейчас живет в солнечной Испании. Мы обещали сюда вернуться, и мы вернулись для того, чтобы продолжить наше путешествие по России, часть номер два нашего автопробега. Сейчас прилетели и едем наконец-то на долгожданную встречу с нашим другом. Машинка Kia Ceed, которая целый год стояла здесь во Владике и ждала нашего возвращения. Надеемся, что он в здравом уме и в хорошем состоянии. Автопробег номер два начинается. Погнали! Целый год наш боевой болид стоял в гараже у друзей. Встреча была очень волнительная. Планов впереди громадье. Главное, чтобы Ceed не подвел и завелся. Благо, мы заранее попросили нашего друга Александра зарядить аккумулятор. Дружок, привет! Вот он, наш Сидик. В гараже у друзей провел всю зиму. Ну, тут тепло, прям хорошо. Который сняли. И сейчас момент... Момент истины. Истины. Заведется или нет? Смотрим. Вставляем ключ. Загорелся свет. Включаем зажигание. Сидик, ты лучший. Вот заднее колесо, да, уже прям существенно спустило. Я думаю, здесь сейчас придется подкачивать своими силами сейчас. Но, ребята, самое важное, если вы оставляете машину даже в
гараже закрытом во Владивостоке, то будьте готовы вот к следующему. Та-да-да-дам! Весь пластик и все сиденья, обивка вся покрылась плесенью. Вот такие вот разводы. Прям красота, как будто бы какое-нибудь озеро Далол в Эфиопии. Разноцветные разводы везде на обивке, на пластике. Сейчас надо срочно в сервис и потом в химчистку машину. 10 лет, друзья, 10 лет этой машине. И ей предстоят еще такие подвиги Геракла. Да, сейчас едем срочно в сервис, друзья. Колеса подкачали, тормоза проверили. Вроде все нормуль. Поэтому дальше едем уже на профилактику полноценную. Но только сев в машину, мы вспомнили, что забыли оформить полис ОСАГО. Попытались купить его онлайн, но если онлайн, то оказывается, он начнет действовать только через 3 дня. Поэтому пришлось заезжать и по старинке покупать полис через страховщика. Зато автосервис мы выбрали заранее и записались на определенное время. Ведь уже завтра мы должны начать наш новый автопробег. Оставили нашего СИДа в автосервисе. И вот сидим, ждем вердикта, что же нам скажут про него. Приехали в отель, заселились и еще раз всем рассказываем наш лайфхак. Как экономить на путешествиях. Нас сегодня разбудили авиакомпания «Россия» в 5 утра. Сказала: ребята, хватит спать, пора просыпаться, завтрак принесли. Конечно, мы есть не хотели, поэтому взяли с собой. И сейчас в обеденное время самое как раз милое дело – перекусить. В отеле у нас есть микроволновка, в отеле есть у нас бесплатный кофе. Вот такой импровизированный бесплатный завтрак, омлетик, булочки, хлебушек, пирожные и кофеек. Ну и наслаждаемся прекрасным видом Владивостока с террасы нашей гостиницы. Хорошая трешечка в центре города с потрясающим видом на бухту Золотой Рог. Центральная площадь. Новый храм, который в прошлом году, когда мы были, если вы помните, еще не было купола. Сейчас уже практически достроили. Внутри идет уже отделка, снаружи храм практически завершен. Отели в Владивостоке very, very, very expensive. На всем нашем пути это самый дорогой город по проживанию. Минимум трешка здесь стоит от $100. То есть минимум 6 тысяч рублей проживание в отеле. Но отель хороший, и даже такие деньги, за такой вид, такие деньги не грех заплатить. В этой серии мы показывать Владивосток вам не будем, так как мы подробно познакомились сами и познакомили вас с этим прекрасным городом в нашем первом автопробеге. Да и пусть простит меня Михаил за это, потому что Владик – один из его самых любимых городов. Ну а нам уже пора ехать в сервис, забирать машинку и успеть потом еще ее отмыть. Вот наш дружочек висит. Поменяли ему рычаги и сайлентблоки задние. Теперь новенькие. Сейчас еще колесо подправят, диск. О, разгорячен, запотела камера даже. И поменяли радиатор. Наш радиатор у него практически сгнил за ту зиму, которую он провел во влажном климате Владивостока. Наш ТИД готов к дальней дороге. Предстоит ему сейчас пройти больше 6000 километров до Якутска. И по времени у нас это планируют занять где-то около 2 недель. Ремонт нам обошелся суммарно где-то более 30 тысяч рублей, друзья. Так что вот последствия пробега по России прошлогоднего. Ну все, в путь. Большим трудом мы нашли мойку, которая согласилась сделать нам глубокую химчистку салона. И вот теперь подлатанный, почищенный и сразу помолодевший Сидик полностью готов к новым приключениям. Доброе утро! 10 августа 2019 года. Мы привели нашего Сидика в полный порядок. Он готов у нас к долгому длительному пробегу. Вчера я кратко уже сказал вам наш маршрут. Здесь он на карте нарисован. И первая часть, которая начинается сегодня, будет посвящена Приморью. 2 дня мы будем путешествовать по Приморью. Посетим Находку, посетим Уссурийск, Артем,
и дальше оставим машину в аэропорту города Владивосток, потому что мы перелетим в Южно-Сахалинск, на Сахалин. Вот. Ну а сейчас мы готовы к старту и к новым приключениям. Поехали! Друзья, мы продолжаем наверстывать наши долги и выкладывать доковидные съемки. Отнеситесь с пониманием, ведь мы 3 года подряд путешествовали практически нон-стоп. Сегодня мы прокатимся вдоль побережья Тихого океана и наведаемся еще раз в бухту Стеклянная. Не хватило нам одного раза, очень мне понравилось это место. Искупались мы в прошлом году, помните, если то только в бухте Шамара, а сегодня мы хотим обязательно еще отметиться, зачекиниться в бухте Стеклянная, искупаться, хотя погодка не очень летная сегодня. Чего врешь? Так, комментаторы. Так, комментаторы, задний ряд. Передавайте привет подписчикам. Два гостя у нас, приглашенные звезды. Такие подписчики у нас нет, никаких подписчиков. Да. Наша, а не ваша. Маша, звезда Инстаграма, и Дмитрий, главный политрук, политолог. Дмитрий, звезда сайта turbina.ru. Звезда, да, кстати, тут правда. Звезда сайта turbina.ru, который написал заметки больше, чем про 150 стран. Так что заходим на сайт Турбина и читаем Дмитрия. Так вот, искупаемся сегодня на пляже Стеклянка. И дальше вдоль побережья продолжим наше путешествие в город Находка. Не знаю, у меня вот есть несколько городов, которые названия меня просто вот влекут. Не знаю почему, но вот слово «Находка» действительно что-то такое завораживающее для меня всю жизнь было, и мне очень хочется побывать в этом городе. Ребята, кому за 30, ставим лайк! От Парижа до Находки, Омса – лучшие колготки. Если уже зашел разговор про те города, которые влекут вот по названию, то Денису, конечно, очень нравится город Находка, а меня влечет бельгийский город, куда мы обязательно поедем, который называется очень просто Хуй. И про него будет отдельный фильм на нашем канале. Не Хуй, а Уи. На французском, да, но на фламандском он называется Хуй. Не подумайте, что Миша сквернословит. Такой город действительно существует. И мы обязательно покажем, как ни хреново живут там люди. Хуй. Флава. Хуй. 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 Пах. Хуй. Хуй. Вот так. Друзья, не забываем подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые фильмы. Мы снова здесь, на Стеклянном пляже, но в прошлом году, как мы помним, наше путешествие здесь заканчивалось. Мы проехали весь Транссиб и здесь загорали на пляже. Прошел ровно год. Мы также, сейчас 10 августа, но мы видим совершенно другую погоду. Ветрено, пасмурно и никто не купается, солнца нет. Вот такое разное лето в России. В том году было солнышко, сейчас все по-другому. Но раз мы купались в прошлом году, то разве такие мелочи, как ветер и плохая погода, смогут нас остановить? Это несерьезно. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, а то и холодный я тоже в долгу не остался и зачекинился в Тихом океане. Но вы знаете, что холодная вода нас никогда не останавливает. А помните ли вы, где я купался в самых суровых условиях, когда на берегу даже еще лежал снег? Напишите в комментариях, и среди правильно ответивших мы разыграем спецприз от меня – набор 10-рублевых монет «Владивосток и Приморский край». Прекрасно, на самом деле, водичка теплая. Интересный факт, здесь висит объявление, камни с пляжа не вывозить. Но туристы все копаются в камушках и вывозят. Вон он, поэтому смотри. Надо общупывать. Нарушитель! Про этот пляж местные жители рассказывают разные легенды. Кто-то говорит о затонувшей у берегов барже со стеклом, кто-то рассказывает о свалке, находившейся когда-то на месте этого пляжа. Короче, здесь было много битого стекла, острые углы которого океан превратил в сувенирные камушки. Ну и стоит заметить, что этот стеклянный пляж не уникален. В мире еще есть несколько таких же антропогенных пляжей. Но наш, конечно же, самый красивый. Мы направляемся дальше изучать Приморский край. Надо отдать должное, дороги здесь сделали отличные.
Правда, всего километров 100 от Владивостока, но спасибо и на этом. Направляемся в сторону города Находки, въезжаем в Шкотовский район. Символ – медведь. И за прошлый наш пробег, честно говоря, мы не видели главного символа, с которым ассоциируют Россию вообще во всем мире. Даже иностранцы говорят, что в России по улицам ходят медведи. Медведь изображен на стеле. И мы очень надеемся, что в нашем этом автопробеге мы обязательно увидим живого Мишку. Но мы Мишку увидим, главное, чтобы Мишка не увидел нас. А вот где точно можно вживую увидеть медведя, так это в знаменитом уже на всю страну приморском сафари-парке. Ну и, конечно же, не только медведя. Здесь можно вживую увидеть настоящего амурского тигра, символа Приморского края. Здесь в парке мы специально купили мясо за 100 рублей, такой маленький контейнер, чтобы покормить тигров, приморских тигров. Справа от нас находится парк знаменитого тигра Амура, вот, тигра Амура, который дружил с козлом Тимуром. Ихняя дружба длилась 2.5 месяца. Козел наглел, тигр его ударил лапой, победил ему спину. Ему в Москве делали операцию. Больше, когда он приехал с Москвы, его больше к тигру не садили. Живут они раздельно. Тигр козел живет вот в том прекрасном белом доме. Вон его домик летний. Вот он где-то там фестивалит. Недавно совсем летом ему исполнилось 6 лет. С Москвы поклонница привезла ему подружку. Козу, очередную невесту. Я его увидел. У него целый гарем невест. А Амур вот в этом парке. Живут они раздельно. Амурский или уссурийский тигр – краснокнижный вид, ареал обитания которого сосредоточен в охраняемой зоне Приморского и Хабаровского краев. Минимум популяции приходился на 40-е годы прошлого века, когда осталось всего 30-40 особей. Сейчас же этот вид уже имеет устойчивость, и численность тигров на нашем Дальнем Востоке составляет свыше 500 особей. Покормим знаменитого тигра Амура. Вот мяско, смотрим дальше, вот он. Миш, ты щедрый очень, чтобы он сдвинулся чуть-чуть. Не, а видишь, сказали, что кидает только в голову, потому что он ленивый, он может не это. Да, дружок, ну что, тигр Амур. Тигр Амур. О, как, а? Видишь, как он двигается? Парк разделен на сектора, и здесь возможно посещение только с организованными экскурсиями. Те зоны, где находятся хищные животные, они огражены заборами, такие закрытые вольеры. А сейчас мы находимся в таком парке косуль, где гуляют косули, поэтому здесь можно перемещаться совершенно свободно, даже сходить с тропинок. Но гид как бы сказал так: змей бояться не нужно, потому что увидели змею, наступили ей на хвост, кусает она всего лишь один раз. Бояться нечего. Родиной пятнистого оленя считается Дальний Восток России, Китай и Японские острова. И именно отсюда, благодаря своей красоте и доброжелательности, люди распространили этот вид по всей планете. Вольер с пятнистыми оленями, наверное, самое милое место в сафари-парке. Обязательно рекомендуем сюда приехать с детьми. Будет полный восторг. Вот такие косули. Совсем ручные. В парке живут. У мальчиков, у которых вырастают рога, скоро он их обчешет. Он станет буйным и опасным. В любой момент он может нанести такой удар. Поэтому мы его держим немного в страхе, не ласкаем и с ладошек не кормим. У тигра Амура в парке проживает еще и сын, которого назвали смешно из фильма «Маугли». Он его зовут Шерхан. Помните такого грозного тигра из «Маугли»? Ему уже 3 года, его тоже можно кормить, но Шерхан здесь будет недолго. Скорее всего, его отдадут в какой-то другой заповедник, в другой какой-то парк. А Амур останется жить здесь. Вот, сынок Амура, тигр Шерхан. О, видишь, ты прям рядышком, даже вставать не пришлось.
И пока вы любуетесь этим полосатым красавцем, давайте задам вам вопрос на розыгрыш основного приза из Приморского края. Посмотрите на него и вспомните, талисманом каких Олимпийских игр был тигр? Или, может быть, он был не один раз талисманом? Пишите свои ответы в комментариях, и среди правильно ответивших мы, как всегда, разыграем приз. В этот раз это будет классная кружка с изображением Амура и Тимура. Покидая вольер с тиграми, мы решили узнать подробности ссоры Амура с Тимуром. И гид Андрей рассказал нам эту трагикомедию в своем красочном, неподражаемом стиле. А сколько жили, вы говорите, Тимур вот с козлом? 2.5 месяца. 2.5 месяца? И потом что он с ним сделал? Козел борзел, наглел. Тигр его ударил лапой, дал леща. Что здесь борзел? Что он делал? Будал его. Козел, тигр нагревал лёжку. Зима пришла уже. Да. Он его будает, короче. Тигр уходит. Это ему надоело. Он постоянно хотел драться. Ему каждый, да, козел. Ему каждый день кидали футбольный мяч. Они игрались. А тигр ночное животное, а козел дневное. Козел любит днем побегать, а тигр днем поспать. Вот как сейчас ты видишь, они спят. Да. Ну и тигру надо отдохнуть, а козел вот такой настырный. Он идет, поменяет место. Козел найдет, играется, будается его всегда постоянно. И вот в один день тигру это надоело. Он его нашел спящим, начал его будать, ну, не вставая по спине. Царапал, да? Да, пробил лопатку. Сломал хребет. Не сломал, можно сказать. Пробил когтем лопатку, загнал туда когти далеко. Пробил ее. Теперь он хромает, инвалид такой своего рода. Вот такая история. Его людям не показывают, есть причины. Он, короче, встает в некрасивую позу. Люди там пишут в интернете всякие гадости. А у него много поклонников, фанатов. Они потом директору мозг выносят. Вот, убрали его. Так проще. Телевидение приехало, сняли, показали его по интернету и показывают. Только его так. Сейчас вообще не показывают? Не показывают, да. Он просто в доме, в закрытом живет? Да, отдельный дом у него. Ну, не закрытый, у него там отдельный парк. Он вообще живет кучеряво. Питается с магазина Фреша. У него собственный врач, спонсор с Москвы. Спасибо. А так у него поклонников, фанатов. Очень много в Приморье. Ой, он любит козлов в России. Да ну нафиг. Ты вообще молодец. Ты как скажешь, только по телевидению не показывай. А то я вас найду. Я вас уже сфотографировал. Кабарга, саблезубый олень. Это животное проживает высоко в горах на высоте 900 тысяч метров. Мы видим самец, которому уже 5 лет. Его зовут Фомич. У него видно, что на мордочке клыки маленькие, но вообще они достигают даже до 7 сантиметров. Справа мы видим огромный вольер. Это вольер для леопардов. Здесь проживает пара леопардов, но гуляют они только по очереди. Сначала самец, а потом самка. Когда один леопард гуляет, второй сидит в клетке. Сейчас самец, он в клетке, и гуляет самочка, которую зовут Рона. Ну что, друзья, попробуем покормить самку Рону, которая приехала из Николаева. 4 года, взрослый леопард. Попробуем сейчас ей отдать последний кусочек мяса. Но главное попасть, вон она далеко очень лежит. Сейчас мы ее привлечем внимание. Вторая попытка покормить Рону также оказалась неудачной. Михаила опять слегка не докинул, а Рона опять выразила безразличие. Но Миша, эта леопардиха настолько запала в душу, что по приезду в Москву он завел себе дома в Химках маленького леопарда, бенгальского кота, которого даже назвал, похоже, Роня. Ну а вот и долгожданные медведи. Как мы помним, гербовые животные Шкотовского района. И теперь мы честно можем отвечать на вопросы друзей. Вы видели медведей во время своей поездки по России? Мы видели. Это сын? Да, это сын знаменитого козла Тимура, Тимурит, от первого брата. И сразу родился. Как зовут его? Тимурит. Тимурит Тимурович? Да, Тимурит Тимурович. Тимуров. Тимуров. Да. Очень похож на папу. Его оставили здесь. Ну, если легендарного Тимура скрывают от публики и посмотреть на него вживую сейчас нельзя, то посмотрим хоть на одного из его многочисленных детей.
и сравним с фоткой из интернета. Ну как? Друзья, как вам кажется, похож тимурит на Тимура? Но у него яйца большие. Ну да. Вот он у него в этом преимущество. Он еще нос утрет. В этом преимущество. А у Владимира сколько? Целый гарем, невеста. А детей, вот сколько, детей сколько у него было? На свадьбу. О, и было первый раз приехало 9, потом еще, ну, около 15-16 самок было в этом. За 3-4 с половиной года столько у него было невест. Сразу приехало 6 или 7. А детей сколько? Очень много, это пересчитать очень сложно. Я не могу ответить на этот вопрос. Ну, популярный. Да. Он очень популярный, весь мир популярный. У нас называется YouTube точка на карте или Point on the Map. Там что, я лишнее такое, главное, что директор меня ругает за это. Меня не пускают, народу много, мне пустили на искусство. Видите, как я балаболю? Хорошо. А мне запрещено, у нас нельзя. Почему? Так надо по-другому. Очень хорошо. Шикарно, наоборот, спасибо, не смешно, а с юмором это здорово. Друзья, а вам понравилось, как рассказывал Андрей? Поддержите его в комментариях, чтобы директор больше не ругался. Вход во второй парк, где обитают львы, пумы и рыси, находится примерно в километре от первого. И главное его отличие, что там не нужно ждать групповую экскурсию, и можно гулять самостоятельно. Во втором парке сохранились единственные в мире животные, которые называются приморский лев. Их осталось всего 4 штуки. И самое главное, что все 4 самца, потому что самок они своих давно съели. Вот они лежат. Лев. Лев. Лайон. Лио. Ну, я думаю, вы все поняли, что это была искрометная шутка от Михаила. Видимо, Миша, вдохновленный тонким чувством юмора гида Андрея, тоже пытался юморить. Но, как мне кажется, это у него не очень получилось. А вам понравилась его шутка? Вы поверили, что существуют приморские львы? Поддержите Мишу, поставьте ему лайк под этим видео. Ну а он пообещал исправиться и рассказать нам интересные и, главное, достоверные факты про львов. Рев взрослого льва или львицы слышен на расстоянии до 8 километров, а весит взрослый лев от 150 до 250 килограмм. Длина волос в гриве взрослого льва может достигать 40 сантиметров. Вот так. Если львы были хоть немножко активны, то рысь спала без задних ног и только слегка урчала во сне. Пума тоже была близка к тому, чтобы заснуть, и сладко позевывала, показывая свои превосходные клыки. Продолжаем освещать дороги России. Мы сейчас проезжаем по очень трешовому участку. Это участок от Владивостока до Находки. Если где-то 100 километров от Владивостока еще более-менее прилично все, то потом начинается уже где-то за 50 километров до Находки. Дорога прекращается вообще практически. И сплошные колды-бобины, ямы, выбоины. Это, конечно, полная жесть. Пишут, что идет ремонт, но ремонта не видно. Хотя большие плакаты, что идет ремонт. Ну и, соответственно, как у нас в России? Чем лучше дорогу сделать, можно лучше поставить большой плакат. Аккуратно, водитель! Риск ДТП! Дорога в не очень хорошем состоянии. Лучше поставить такие плакаты через каждый, не знаю, километр, чем залатать дорогу. Советская Стелла. Мы подъезжаем к городу Находка. Что мы помним про этот город? От Парижа до Находки Омса лучшие колготки. Это реклама советских времен, я еще помню. Она вообще красивая, видишь, это такой город-порт. Мы видим советскую Стеллу, волны, солнышко, корабль. Находка, город-герой, ты навсегда мой, а я навеки с тобой. За пеленой детства я был рожден здесь, значит, здесь моя отчизна, моя родина здесь. На въезде в город Находка стоит памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву Амурскому. Что интересно, всего на территории России ему поставлено 6 памятников. В городах Хабаровск, Владивосток, Находка, Благовещенск, Иркутск, Чита.
И все эти города, друзья, можно увидеть на нашем канале Point on the Map. Интересный факт про находку, который, я думаю, мало кто знает. Она является вторым после Дербента самым южным городом России. Да-да, находка находится, такой каламбур, южнее Астрахани, Краснодара и даже Сочи. Мы добрались до третьего по величине города в Приморском крае, город Находка. И мы видим, что это в первую очередь порт колоссальных размеров, который покрывает вот так собой как почти всю вот эту бухту, которая называется Находка. И здесь идет движуха. Грузится уголь, подходят вагоны, грузятся корабли. Здорово. Вот смотрите, там проходит ЖД-ветка. Такой прямо индустриальный город, промышленный. По-русски промышленный, индустриальный по-английски. Действительно, одного взгляда со смотровой площадки на Находку достаточно, чтобы понять, перед нами грандиозный промышленный порт, который является, кстати, городообразующим предприятием. До Находки доходит железнодорожная ветка, продолжение Транссиба, и сюда везут уголь с разрезов Сибири и Якутии, где он далее перегружается на корабли и уходит в Индию, Японию, Южную Корею и другие страны. Конечно же, эта ситуация не очень благоприятно сказывается на экологии города, вытянутого вдоль всей бухты. В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский исследовал здешние берега. Один из матросов, увидев да то ли неизвестную никому бухту, воскликнул: «Вот это находка!» По легенде, сначала поселение, а потом и город, возникший у берегов этой бухты, получил свое название Находка. Главная улица Находки, и мы видим панно на стене дома. Города-побратимы. Sister Towns, Находка и город Окленд. Не подумайте, что это новозеландская столица. Она пишется по-английски по-другому. Это маленький калифорнийский город, город США. В 1975 году здесь, в Находке, было зарегистрировано первое в истории советско-американских отношений советско-американское предприятие, которое называлось «СОВАМ». То есть в годы Холодной войны, в 70-е годы прошлого века, здесь, в Находке, американцы и русские уже пытались дружить. Это предприятие занималось ловлей рыбы. Во избежание гневных комментариев некоторых наших дотошных зрителей, которые не могут нам до сих пор простить оговорку, когда мы назвали крокодила млекопитающим, спешу поправить Михаила, который от волнения назвал Окленд столицей Новой Зеландии. Конечно же, он имел в виду крупнейший город. Ну а мы тем временем подъехали к храму Казанской иконы Божьей Матери, открытому в 2010 году и на протяжении 10 лет являвшимся крупнейшим культовым сооружением всего Приморского края. Также именно в Находке на сопке Лебединое была открыта первая в Приморском крае мечеть. Находка очень растянутый город. Вот мы ехали, проехали уже, наверное, 12 от центра, доехали до конечности, где находится мыс Шведова и одноименный маяк. Здесь такой волнорезик и излюбленное место местных рыбаков. Они тут ловят рыбу около заброшенной шхуны. Находка, город-герой, ты навсегда мой, а я навеки с тобой. За пеленой детства я был рожден здесь, значит, здесь моя отчизна, моя родина, здесь Находка. Город-герой, ты навсегда мой, а я навеки с тобой. В Находке расположены два крупных порта. Порт Находка, который перед нами, и порт Восточный. И вот вместе, если сложить грузооборот этих портов, это получается 94 миллиона тонн в год. И это третье место в России после Новороссийска и Усть-Луги на Балтике. Да, в заливе Находка располагаются два порта. Порт Находка в одноименной бухте и порт Восточный в бухте Врангеля, который в три раза крупнее. Ну а два этих порта совместно с железнодорожными станциями образуют крупнейший транспортный узел на Дальнем Востоке России – Восточный Находка. Интересная такая предвыборная агитация. Желтый плакат и такая примитивная надпись «Почему Турищев?». Мы сейчас возьмем себе кофе перед долгой дорогой и узнаем, почему же все-таки Турищев. Добрый день. Почему у вас вот плакаты везде висят «Почему Турищев?». Это что такое? А сама иду, тоже читаю. Да? А ты знаешь, что это такое? Нет. Народ не знает, кто такой Турищев. Можно один вопрос?
говорили, спрашивайте. А почему Турищев? Что? Почему Турищев? Это вы о чем? Не знаю, тут написано, почему Турищев у вас. Я не знаю. Короче, Турищева в Находке никто не знает. Такие вот задорные дорожные песни мы возвращались во Владивосток, чтобы начать уже наш неспешный маршрут назад в Москву. Друзья, сделаем небольшое отступление и анонс нашей следующей серии. Потому что сразу после возвращения во Владивосток мы оставили нашего друга Сида в аэропорту, а сами перелетели на остров Сахалин, где провели потрясающие 4 дня. Мы сделали большой круг по югу острова, посетили все крупные города и значимые природные места. Ну и, конечно, вдоволь наелись крабов и красной икры. Чтобы не пропустить эту мега-серию, рекомендуем вам вступить в сообщество «Точка на карте» ВКонтакте или в Телеграм, где мы будем публиковать анонсы перед выходом серий, а также зарисовки из наших текущих передвижений. Ссылочки в описании. Ну а после возвращения с Сахалина мы снова сели в наш СИД и продолжили изучать Приморский край. Выехали с Владивостока в сторону Якутска. Пробег сейчас у нас, как обычно, 94 524 километра. Посмотрим, что будет в Якутске. Да. Прогнозы. Сид готов к пробегу. Предварительно это где-то в районе 6000 км. Ну, чуть-чуть поменьше, чем в прошлом году. Планируем это пройти где-то примерно за 2 часа. Ой, за 2 недели, извините, друзья. Первый час пути у нас прошел. Мы отъехали где-то километров на 60 от Владивостока. И пока трассы радуют. Вот сейчас пошел участок автомагистрали, где разрешена скорость 110 километров. Две полосы с освещением, с хорошим асфальтом, без всяких выбоин. Так что прям шикарно. Мы сейчас на подъезде к Уссурийску, нам осталось 20 километров до Уссурийска города, где мы планируем сделать первую остановку на нашем маршруте в обратную сторону до города Москва, который, я думаю, займет у нас года 4. Почему 4 года, спросите вы? Да потому что у нас уже нет цели просто проехать по Транссибу. Мы планируем использовать эту уникальную возможность на собственном автомобиле подробно изучить большинство регионов России, оставляя машину на зимовку у друзей в разных городах нашей необъятной страны. С погодой нам, ну, я не могу сказать, что нам не подфартило. Она просто другая. Но это же не интересно, когда всегда солнце. В том году мы ехали, было солнце. Сейчас идет дождь. Дождь льет, но мы на въезде в Уссурийск встретили свадьбу. Это хороший знак. А значит, путешествие будет очень и очень прикольным и интересным, что для нас самое главное. Уссурийск. Я помню только про него, что есть такой уссурийский бальзам. Еще есть уссурийский тигр. Памятник основателям, поселенцам, основателям Уссурийска. Его основали как село Никольское в 1866 году. Сейчас это второй город в Приморском крае. И какое-то время он даже претендовал на столицу Приморского края. Все, что я слышал об Уссурийске до этого, это уссурийский, знаменитый уссурийский бальзам. Это такой напиток из трав, бальзам, который пьют в лечебных целях. Мы сейчас зашли на рынок, чтобы попытаться его найти. Здрасте. А где уссурийский бальзам можно купить? У вас есть? Нет, уссурийский бальзам. А алкогольный где у вас? Ну, это либо премиум. А что, у вас на рынке нету? На рынке нет. Блин, ё-моё. Ну ладно. Ладно, спасибо. Да, ребята, бальзама тут, похоже, нет. Нет бальзама. Значит, надо ехать искать в другом месте. Короче, здесь нету этого бальзама, потому что он 40 градусов, содержит алкоголь, поэтому здесь он не продается. Продается только в местах, где можно продавать спиртное.
приехали в городской парк Дора. Такая красивая арочка, в советский стиль, советский ампир. Колонны, украшенные сверху серпом и молотом и венками, лентами. Идем внутрь, потому что здесь находится памятник аж 12 века в центре города Уссурийска. Сюда приезжают обязательное место для всех молодоженов, брачующихся. Да, сегодня у нас пятница, поэтому весь город в свадьбах. Я вот думал, что они фотографируются с памятником 12 века, но нет. Люди фотографируются с дурацкой надписью «Я люблю Уссурийск», чтобы это все запостить в Инстаграме. Ребята, это та же свадьба, это вообще двойная удача, потому что мы опять же встречаем ту же самую свадьбу, которую мы видели на въезде в город. То есть мы вам показываем все места, самое главное, куда приезжают молодожены. Здравствуйте. Мы вас второй раз уже встречаем. Да. А черепах-то где здесь? Там есть лев, но он дальше проходит, и лев в вольере лежит. В смысле? Можете сфоткать. Нет. Его перевели? Ну вот тут же парк, а каменный? А каменный, который древний, который 12 века, да. 12 века черепаха есть здесь? Вот по тропинке идете там? Да? Да. Попаси. Только китайцы. Да, китайская. Спасибо. Ну что, ребята, пойдемте смотреть. А вот там где? Еще раз рассказываю. Вот сейчас по этой тропинке, а потом туда дальше наискось. Вот так наискось, да? Наискось прямо, вы в нее упретесь. Там вот прям пагода такая, да? И там в ней. Ну она древняя же очень, да? Очень древняя. Это хорошо, это мы как раз любим. Китайская. Спасибо. Так, китайцы, как всегда, у каменной черепахи 13 века. Ни хао. Да. Здесь, друзья, в Уссурийске есть такой очень интересный памятник 13 века. Это каменная черепаха. Это китайский памятник. И поэтому здесь мы, как всегда, видим кучу китайцев. Да, как и ожидалось, самая главная достопримечательность города, отмеченная во всех путеводителях, оказалась полной разводкой. Но, по крайней мере, для нас, ни черта не понимающих в археологии и китаеведении. Не мудрено, что большинство уссурийцев и сами не знают про эту великую реликвию. Хотя иностранцы из соседнего государства сюда ходят толпами. Видимо, разбираются, в отличие от нас, в древностях. Или тут просто больше нечего смотреть. Уссурийцы или кто был уссурийский, напишите в комментариях, что мы упустили для осмотра в городе. Первоначально черепах было две, но вторая такая же черепаха сейчас находится в Государственном музее Хабаровска. А я все-таки думаю, она у мэра Уссурийска. Или на даче у мэра Уссурийска, действительно. То есть непонятно. Знаешь, Бархай? Бархай? Ага. Что это такое? Ну, раньше Китая был Бархай. На месте Китая? Да. В Приморском крае. А это из этого, ну, в смысле, из Бархая. Сейчас мы едем напрямую в Хабаровск. Времени уже 6 часов. И нам еще ехать 600 километров. Самое главное, что в Приморском и Хабаровских краях передали штормовое предупреждение. Наш друг ждет, Дима ждет нас в Хабаровске, говорит, Хабаровск затопило, Амур вышел из берегов. Мы реально, на самом деле, придумали себе полный головняк. И это крутейший челлендж — пройти во время циклона трассу за такой короткий срок. То есть мы вышли всего в 2 часа дня, и сейчас уже 22. Мы идем уже 8 часов, правда, заездом в Уссурийск. Вот, но скорость сейчас упала у нас до 70 км в час передвижения. Темно, все бликует, трафик достаточно серьезный, постоянно идет встречка. Вот, слава богу, хоть дорога более-менее приличная, но время прибытия в Хабаровск, наверное, так отодвигается где-то часам, наверное, к 3 ночи, не раньше. Циклоны циклонами, как говорится, а отдых по расписанию. Вот наша подружечка любимая, которая успешно перезимовала в Владивостоке, не отсырела. Вот накладочка бизнес-класс Fiji Airways. И пока Денис ведет, я посплю. Скоро все равно меняться. Без 15 час нам осталось 100 километров до Хабаровска. Дождь так и не прекращается. Местами туман.
Вот так вот происходят наши серии. То есть как мы их делаем? Один едет, другой трудно сказать. Я не очень гуру в режиссуре, поэтому наш главный режиссер Денис делает очередную серию для нашего канала. Так что, друзья, вот в таких экстремальных условиях приходится работать, так что не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо. Друзья, комментируем, ставим лайки и обязательно репостим наши видосы. Отвечаем правильно на вопросы и участвуем в розыгрыше прекрасных призов. Ставим точку на карте. Приморский край. Владивосток уже есть, поэтому ставим на находку. Подписывайтесь на наш канал и открывайте мир вместе с нами.